с автоматами, с боевым оружием. Дети боятся гулять на улице. Вчера на каждом перекрестке, это нормально? Вчера на каждом перекрестке стояли машины крытые. Моя жена боится выйти на улице, потому что у нас военный город. Почему применяют силу против безоружных людей? Избивают их. Они безоружные. Почему сейчас все выходят? Почему они выходят? Вылавливают и загоняют людей. Дмитрий Васильевич, если вам подчиняется милиция, то вы можете убрать действительно и милицию, и ОМОН из города. Один звонок. Вы согласны с нами? Вы согласны? Конечно. А вызывать на улице ОМОН не по звонку? Конечно, и гоняют по всему городу. В городе не происходит никаких мероприятий. Никто не делает, не нарушает закон. ОМОН стоит за горисполкомом. Несколько машин. Люди выходят с цветами. Зачем это делать? Они нас будут хватать. Мы боимся выйти в магазин. Еще раз говорю, подождите. Тормозили, хватали, кому хотели. Мы мирные люди, мы хотим нормально выйти в магазин, а не идти. Вы видите, это не диверсанты, это не террористы, это обычные люди. Вот мы обычные люди, обычные мамы стоят вот с детьми, грудными детьми сюда пришли, потому что люди боятся. Уже женщины на улицу вышли, позор. Мы боимся идти в магазин, потому что во дворе нас схватит ОМОН и забьет. Это правда. За волосы с книжки тащили девушку с машины. Что, не? Вы видите здесь наркоманов? Видите, кто им дал право? Кто так с машин с Минска едет? Не могут детей найти. А что он скажет? А что ничего? Потому что правды нет. Там кукловод. Вот. Да, вот. Довели страну до безобразия. Никто не может вечером. Все боятся. Больше двух соберутся, они боятся. Они вот так вот голова ходит у людей. Еще раз говорю. Мне стыдно. А где найти Панилю? В СИЗО пойдем искать. Говорите конструктивно. А вот не по звонку. Говорите, что вы можете сделать конкретно? Мне касается вот этого факта, про который показали. Я его возьму на контроль и еще раз говорю, в ближайшее время... Человек уже умер! Что уже, брат? Умер! Сколько избивать ежедневно, они избивают, я сам видел! Вы его фамилию, еще раз говорю, подождите, вы руководитель города, и вы не знаете, что у вас в городе убили человека? Никого, еще раз ответственность заявляю, никого! Мне стыдно, что у нас такое в городе мэр! Подожди, а если что вы сделаете? Но. Еще раз говорю. Ответят на ребята, которые убили. Будет произведено расследование. Все по закону ответят. Все по закону ответят. А кто такой ОМОН, чтобы гонять машины? Кто они такие? Кто они такие? Почему с машины достает? Кто они? А? Почему люди в масках не представляются, достают с машины? Почему бардак в городе? Что это за дела? А вы стоите с людей, говорите, а про людей, что конституцию не выполняют. Вы молчите. Почему? У них есть свои эти. Вы учителей захватили настолько, что их уже не уважать. Я не знаю, как они работают. Берите его. Они здесь не надо. Здесь мирные митинги. Мы просто выходим на улицу поддерживать экономику. Если это не санкционерами, организуйте. Еще 20%! У тебя есть контроль! Где нахуй 20%? Все! Нас 97! Нас 97! Нас 97! Нас 97! Люди пришли к исполкому, потому что ни на одном участке в городе Жодино, ни на одном не вывесили протокол. Избиратель имеет право ознакомиться с копией протокола после выборов. Ни на одном. Вы просто плюнули нам в лицо. Люди пришли к исполкому, чтобы попросить увидеть голоса. Ничего противозаконного, ничего. Пришла толпа, вы видели, сколько людей. Они развернулись и их дубасили в спины палками. Люди этого не забудут вам. Люди не забудут и не простят. И мы победим тысячи этих черных дубинок. И мы будем ходить. А это останется на вашей совести. И посмотрите, здесь собрались уголовники. Наркоманы, безработные. Знаете, почему я на БелАЗ пришел сегодня? Я не знаю, почему мою маму не пустили. В 11 часов мне сказали, что собирается коллектив и хотят, чтобы я пришел на встречу. Я пришел сюда. Почему вы так говорите? Потому что